Светлана Гацко – одна из счастливой шестерки. Бобруйчанка в этом году представлена к ордену матери за рождение и воспитание 5 детей. Соответствующий указ президента уже подписан. Женщина признается, о большой семье мечтала всегда. Вместе с супругом Сергеем воспитывает 3 сыновей и 2 дочерей. Сегодня Светлана в декретном отпуске, ухаживает за 1,5-годовалой Машей. Я сама с большой семьей, у нас 5, ну, мамы. Ну, как бы... Да. Двое было, ну, сначала, потом работали, ну, как бы, эти выросли, мы не собирались вроде, потом получилось. Третий, четвертая тоже, как бы, 3 мальчика, муж говорит, надо девочка. По профессии Светлана помощник повара, ее муж водитель скорой. На скромную зарплату приобрести жилье супруги не могли долгое время. Но 7 лет назад, когда детей было 3, семья все же смогла перебраться в просторную квартиру по бульвару Прибрезинский, не без помощи государства. Сегодня они тоже рассчитывают на поддержку. На расширение подали, вот должны, ну, уже субсидию собираем документы. Будем строить здесь строителей 100 квартиру двухкомнатную. Проблемы многодетных семей, социальной защиты, медобслуживания не первый год находятся под пристальным контролем различных ведомств и служб. День информирования, возможность обсудить волнующие вопросы с горожанами. Из наболевшего сегодня – снижение уровня рождаемости в городе. Медики активно профилактируют аборты. Пока это один из немногих действенных методов исправления ситуации. Уменьшилось количество абортов. Показатель составил по итогам работы за полугодие этого года 15,3. Со всеми женщинами ведется предабортное консультирование для того, чтобы еще раз сделать акцент и убедить, что все-таки иметь детей – это здорово. Со слов главного врача Бобруйской центральной больницы, в городе ведется серьезная работа по оздоровлению детей. В медицинских учреждениях есть все необходимые технологии и применяются современные методики. Что касается поддержки родителей, они тоже не остаются без внимания. На 1 августа сегодня пособие по уходу за ребенком до 3 лет, если это первый ребенок, оно составляет 376 рублей 11 копеек. Если в семье родился 2-й или последующий ребенок, 3-й, 4-й, то пособие по уходу за ребенком до 3 лет на этого ребенка уже составляет 429 рублей 84 копейки. Светлана Гацко уверена, в Беларуси есть все условия для создания большой семьи, но пока о пополнении в своей не думает. Сегодня она в числе 114 обладательниц ордена матери в Бобруйске. Заслуженную награду она получит в ближайшее время. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.